хороших в этом сезоне забил дальними ударами. Хуанфран. Заброс Торре. Смотрите, еще раз Хуанфран оказывается в одиночестве на фланге. У него есть время обработать мяч и вторым касанием Торреса и фиксировать офсайд. Ой-ой-ой, какая ошибка Камине. Смотрим еще раз. Далеко бросает Гамес. Ну, что ж такое. В игре против команд вроде Атлетико вот такие. Подача. Не выходит Облак. Удар в дальний угол. Миранда. Устроено Хесусу Гамесу. Подача Рессио. Ох ты! 1-1! Они так отличились. Не, ну, конечно, касание было. Кто же так постарался? Гризман, Торрес. Набирает скорость Фернандо Торрес. Сейчас будет открываться в штрафной площади под передачу Гризмана. Так и есть. Скидка! Ой-ой. Еще раз смотрим. Отменная скидка Фернандо Торреса. Нет офсайда у Коки. Он просто не попадает в ворот. Тиаго. Гризман. Здорово. Одно касание на фланг. Хесус Гамес. Подача Торрес. Гамес и Хуанфран, нежели Артура Бока. Дают. Не только надежды, но и мяч. Арда Туран. Здесь тоже могла быть скидка сразу, но в итоге бьет сам Фернандо. Вроде бы и те, и другие поддерживают атаку, но значительно выше процент точных передач. Бока делает по штрафную. Самуэль. Заброс. Удар. Ян Облак. Сейчас Габи очень аккуратно пытается отбирать мяч. Если нет, то лучше пропустить. А вот какой шанс! Удар 2-1! Минут. А вот тут. А ведь что произошло? Миранда выдернулся. Ведь почти отобрал мяч. Вот в значение эпизода, малюсенькой детали. Если бы Миранда сильнее. Ох, момент! Офсайда нет! 2-2! 30 матчах в 31-м туре, но 30 матчей сыграл Гризман. А вот смотрите там на кого? Роберто Росалеса? Сложно понять. На дальнем фланге находится игрок Малаги и арбитр. Вот то, что мы с вами совершенно четко уяснили. Арбитр вместо Турана появляется на поле Кани. Амрабат, удар со скоком от газона. Торрес, Дуда, Хави Герра и Рикардо Орта. Дай пас. Забивай. Ох, какой сортиво в Ла Корунье. Ну а вот эта прекрасная атака делает пас.